Забираю! Финальная игра Кубка города получилась жесткой и бескомпромиссной. На поле извечные соперники ГУ НПК и СБ Групп. Студенты к игре подошли в статусе фаворитов, ведь они действующие обладатели заветного кубка. Красные же сразу обозначили свое желание отобрать трофей. До конца матча счет и не думал меняться, и болельщики уже было настраивались на дополнительные полчаса и потенциальную серию 11-метровых. Мы изначально хотели сделать результат до серии пенальти, это в любом случае мы к этому стремились. Ну, если было бы пенальти, так пенальти, что посмотрели бы очередной раз на свою фортуну. Но проверять, благосклонна ли к ним фортуна, студенты не стали. В конце матча они буквально вырывают победу из рук соперника. Не хватало немножко физической формы. Ну, спасибо тренерам, подготовили последние два дня, провели хорошую работу на тренировок. И в игре это очень помогло. Как и в других турнирах, у нас задача одна – везде побеждать. Двукратные обладатели Кубка города теперь своей ближайшей целью называют золото областного чемпионата. Кубок города в этом году прошел очень организованно, я считаю. Много было интересных матчей. Самое главное, что мы обошлись без травм, серьезно. Теперь у футболистов обеих команд заслуженный перерыв, после чего они вновь возобновят подготовку уже к следующему сезону. Дмитрий Пустовой, Павел Джумабаев, телеканал «Первый областной».